Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск видеоверсии сайта Tarantas News, и прямо сейчас расскажу вам о первых изображениях нового Opel Mokka X. Компания Opel готовится к премьере своего популярного кроссовера Mokka X второго поколения. А пока, используя последние шпионские фото закамуфлированных образцов, дизайнеры портала колеса.ru решили показать свое видение того, как он будет выглядеть. Mokka первой генерации был показан в 2012-м. В 2016-м машина получила рестайлинг и приставку X. В нашей стране кроссовер был весьма популярен. Так, в 2014 году он стал бестселлером марки на рынке России, а также занимал третье место в своем классе по реализации. Благодаря шпионским фото имеется возможность понять, каким будет второе поколение модели. Можно сказать, что оно не будет иметь ничего общего с первым. Стилистика по большей части будет пересекаться с кроссовером Grandland X. При этом Mokka X все же получит оригинальный внешний вид. Радиаторная решетка будет объединена с фарами, в отличие от других моделей Opel. По пропорциям Mokka X второго поколения заметно отличается от предшественника. Если первое поколение практически однообъемное, с коротким капотом и заваленным лобовым стеклом, то у новинки будет почти горизонтальный капот и короткие стойки лобового стекла. Также характерным элементом кроссовера станет контрастная крыша. Подобное решение применяется и на других кроссоверах бренда. Фонари сделаны узкими и имеют L-образную форму. Ниша номерного знака будет располагаться на бампере сзади. Новый Opel Mokka X будет построен на платформе EMT1, которую используют новые Opel Corsa, Peugeot 208 и DS3 Crossback. Что же касаемо моторной линейки, то ожидается ряд гибридных модификаций. Вдобавок есть вероятность появления полностью электрического варианта, который получит тот же 134-сильный электрический силовой агрегат, позволяющий проехать до 300 км на одной зарядке. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. До скорого!